До завершения перепису населения Беларуси засталось 2 полновартостных дни. Официальная кампания скончится 30 кастрычника. Зараз у регионе протягивают працевать на стационарных участках и ходить по домах и квартирах больше за 1800 переписчиков. По информации Белстата, у среднем нагрузка на стационарный участок около 14,5 тысяч человек. Лишба может легко варьироваться, так как громадяне имеют возможность переписаться у любым городе краины, незалежно от места прописки и проживания у даденный момент. Каб доведаться о ближайшем до вас стационарном участку, достатково зайти на официальный сайт населенного пункта. Там будут указаны докладные адресы. Час працы без выключения с 9 до 20 годин бесперапынно. У нас очень большой поток людей. У нас очень большие пики. Люди идут утром, люди идут днем во время обеда и вечером. Мне приходится усиливать мой штаб. Я попрошу всех, кто не переписался, приходите, пожалуйста. Неважно, в каком районе вы живете, в Новобелецком, Советском, Центральном, Железнодорожном. Мы перепишем всех. С любыми питаниями на конт перепису можно звертаться на горячую линию Головного статуправления в области «Штодень» с 9 до 21 годины. Номер телефона у Гомеля 21-10-03. Ти телефоновать по одиным доведочным номеры 8-801-100-31-31.